Короче, это группа Everland, они играют такой фэнтези-арт-рок. Вот, они совершенно прекрасные, и я прошу любить и жаловать, и поаплодировать авансом, потому что потом вы не пожалеете, вы аплодируете еще. Everland! Ну что, поехали? Поехали. Напоминаю, мы группа Everland, ищите нас ВКонтакте, у нас скоро сингл выходит, и сейчас прозвучит песня, которая, собственно, и будет выходить уже очень скоро. «Поле красных роз». Все готовы? Да. Так, эффект какой? Гитару можно? Секундочку. Не надо, Сереж, давай не пьяни. Сережа. А как обратно вернуть? Пьяный один. Да, это не то.
выпивать. Враг искалечил пальцы на правой руке, в левой теперь горит смертоносный металл. Позади еще один город в огне. Посмотри на себя, стрелок, кем ты стал. Поле красных роз объято огнем. Буду стоять пред гибельным королем. Рыцаря в этих краях давно не сыскать. Судьбы мира в твоих руках, но тебе ты получишь то, что заслужил. На записи, которая выйдет где-то к началу сентября, ближе к концу августа. Там еще скрипка есть на этой песне. Все становится лучше со скрипкой. Следующая песня «Корабли». Стоят корабли.
Спасибо. Дальше у нас в программе, ну, практически романс, можно сказать. Эта песня написана по мотивам рассказа Лавкрафта. Только я забыл его название. По-моему, «Поиски Иранона» или просто «Иранон», я точно не помню. Да, нет. Ну как, там по-другому ужасно, там не как обычно, скажем так. Нет, там про другое. Кстати, это довольно интересно, учитывая, что 3 числа мы выступаем в замечательном заведении Говард Лавскрафт. И там тоже будем играть эту песню. Там будет 2 части программы, электрическая и акустическая. Итак, Айра. Там всю ночь горят огни. Песни до утра. Пел я в конце. Там всю ночь горят огни.
Следующая песня называется «Демон». Для нее Ваня возьмет гитару, что случается крайне редко. И она, кстати, является, в принципе, отображением всего арт-рока, то есть это что-то такое мифическое, магическое, но страшно интересное. Я сейчас туда дойду, раз, раз, раз. Убирайся вон, но в ответ лицо не смеет.
убирайся прочь, убирайся прочь. Там уже не в силах слышать эту стон. Убирайся вон, убирайся вон. Но в ответный зон не смеется вон. Спасибо. Это будет над записью этой песни. Над записью этой песни мы как раз сейчас работаем. А сейчас печальная песня. Расскажешь? Нет? Песня о двух кошечках, которые замерзают на крыше.
But what the sense to fight if nobody's left to see the light? Мы ее переведем, и после ее исполнения будут реки слез. Но на самом деле песня, конечно, такая тоскливая, и кончилась она вроде как плохо. Кошечки замерзли, и на крыше никого не осталось. Но на самом деле это песня о надежде, о том, что в любой ситуации нужно бороться до конца, невзирая ни на что. Так, мы готовы? А мы готовы продолжать, и сейчас песня «Новый мир». Глаза пустые, прятаны мечты.
проснись и пойми, новый мир уже здесь, ты не будешь больше. Спасибо. Я хочу напомнить, что мы группа Everland. Хочу представить замечательных музыкантов. Очаровательная вокалистка. Я не знаю просто, как даже сказать, насколько она прекрасна. Ленора Вульф! Совершенно невероятный, прекрасный бас у нас сегодня. Ксения Савченко. Барабанщик рока, джаза, фанка, рок-н-ролла. Вообще, посмотрите на него, какой классный. Ярослав Байков. Ну, он даже в представлении не нуждается. Вы сами все... Как это не нуждается? Нет, вы сами все видели. Иван Демин, вокал. Сергей Вознесенский, гитара. Следующая песня, она у нас последняя, но она... Она про то, как люди, странные люди со странными вкусами встречают друг друга, и происходит любовь и рок-н-ролл. И песня так и называется «Рок-н-ролл всю ночь!» И на самом деле хочу сказать, что про настоящее волшебство повествует эта песня, про настоящую магию. Потому что настоящая магия — это любовь.
рок-н-ролл всю Yeah.
looking for trouble. You can't to the right to the left. If you're looking for trouble, just look right at my feet. I was born steady now. And talking back. Don't ignore that. From no kind of man. I was only made of flesh, blood, and butter. No, you know. You know you shook me, baby. You should be all I know. You should be so.
А теперь уникальный формат. Через реку еще ни разу. Прыжки в высоту. Прям через реку. Baby, please come home. Всем спасибо. Группа Everland. Everland. Ищите нас ВКонтакте. Скоро новые релизы. Спасибо за прием. Вы прекрасные.